Иран находится в геополитической изоляции. Он окружен. У него огромное количество врагов со всех сторон, в значительной степени стараниями самих иранских руководителей и их внешней политики. Но они очень хорошо усвоили урок, что у Ливии или у Ирака, почему было американское вторжение в Ирак? Потому что почему была бомбардировка Ливии и погиб Каддафи в результате? Там были попытки создания оружия массового уничтожения, которые не привели к успеху. Соединенные Штаты атаковали Ирак в 2003 году не потому, что они подозревали, что там может быть атомное оружие, а потому что они точно знали, что там его нет. Если бы подозревали, если бы были сомнения, не напали бы.